Впервые в истории в Нижегородской области будет сформирована взрослая слэдж-хоккейная команда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Год назад Федерацией хоккея города Нижнего Новгорода была создана детская слэдж-хоккейная команда «Торпедо Слэдж», которая уже успела принять участие во Всероссийском фестивале детской слэдж-хоккейной лиги в городе Сочи. Из-за постоянно растущего количества желающих в марте этого года в регионе сформировали еще одну детскую команду в регионе «Чайка Слэдж». За прошедший год Федерация наработала определенный опыт в этом виде спорта, приобрела необходимое оборудование, отобрала и обучила тренерский состав. Как рассказали в областном Минспорте, с 30 июля объявлен набор во взрослую спортивную команду по данному виду спорта.